Доброе утро, мэм. Позвать доктора? Нет. Но это бесполезно. Пойду принесу вам стакан воды. Ты что, собираешься сбежать? Со всем украденным добром? Вы о чем? Я видела каждую вещь, которую ты украла, включая алмазное кольцо. Знаешь что? Все, что ты успела нахватать, изначально не было моим. Все они украдены. Разве ты не рада встретить делового партнера? Что? Все, чего я хотела, это погасить долги. И что же? Вы позвоните копам и отправите меня в тюрьму? Этого не будет. Ведь я такая же воровка, как и ты. Как я в здравом уме, по-твоему, вызвала бы их? Если вы и правда воровка, которой все это сошло с рук, то как вы стали ходячим трупом, который даже в больницу не может попасть? Мне нужно было всего 5 баксов. Поначалу. Но удовольствие от воровства усиливалось. Правда забавно, как женщина, которая в одно время была самой знаменитой воровкой, теперь не может попасть даже в больницу из-за страха быть арестованной. Ugh.
ты не создана для того, чтобы стать воровкой. Thank you.